Теперь пересылка с этих есть интересная вещь. Сейчас я высылал черенки. Косточки не спят себе, спят, они могут обычно посылкой в Беларусь уйти и на Украину, в Казахстан. А вот черенками хуже. Надо побыстрее. Все-таки живая вещь, черенок. Я с чем столкнулся? Одновременно заказали два белоруса. Один белорус и вторая женщина-белорус. Слово белорусское, по-моему, какое-то неправильное. Женщина из Беларуси. Вот. Значит, сунулся я с первой посылкой. Так. Мне сказали следующее. Будет копия паспорта белоруса. Тогда отправим. И назвали цифру, ну, рублей 700. Чек молча прислал копию паспорта. Они, не глядя в паспорт, ну, так посмотрели, говорят, все, подсели и все. И я ему отправил. Внимание. Итак, я отправлял с помощью ТК «Энергия». Ну, почему? Сейчас столкнулась с этим Сергей Железов и Таня Железова. Почему? Саженцы, им же тоже надо скорее. Они же еще живее, чем черенок. Вот. Саженцы еще труднее сохранить. И вот она меня пытала, а я теперь вам рассказываю то, что я ей рассказал. Итак, я лишнее убрал. Зачем фамилия, зачем телефон? Вот. Итак, смотрим. Вес. Где он делся? Это все очень важно, надо знать. Потому что я уже скольким отказывал иностранцам. Застрянет черенок на где-нибудь на таможне, на границе. Простой почте. И жди. А здесь все-таки гарантируют, какую-то гарантию дают. Так, где у нас вес? Караул. Заранее не посмотрел. Сумма. Организация. Ну, что будем делать? А, вот же он. Килограмм. Килограмм. Так, теперь. И оказалось 520 рублей. Вот это здорово. Теперь просьба к вам, уважаемый белорус. Вот. Пожалуйста, вы, пожалуйста, получите, я знаю, что вы в числе зрителей, как бы соучастников, в данный момент вы, пожалуйста, сообщите, сколько дней шло. Теперь 520, другая крайность. Второй житель Беларуси, женщина, мне сказала, нет, копию паспорта не пришли, присылайте, можно ЕМС. То есть почта, но быстрая почта. Вот. И хотя я предупреждал, я заранее взвесил, заранее мне сказали, что цена будет 255, так, и тем не менее, так оно и вышло. То есть, ну, она прислала лишние 2155 рублей, ну, сверх цены самих черенков. Вот, и, не знаю, расстроится или нет, если она видит вот то, что обошлось 520 в одном случае, и в четверо дороже у нее. Но копию паспорта сказал, где пришлю. Все, разобрались. Итак, дорогое есть, но без копии паспорта, и если рискнет, а какой тут риск, я не знаю, знаете, это вот я говорю первому белорусу. Значит, я когда сделал копию паспорта вот на своем вот этом ящике, там ничего не было видно. Еду к ним, душа замирает. Там фамилию-то разглядеть почти невозможно было. Вот. Я вообще говорю про данные паспортные. Посмотрела, довольна, говорит, все, пойдет. И подколола. Так, ну что, посмотрели. И, наконец, третий вариант. Обычная почта. Нет, не так. Опять этот самый «Энергия», опять транспортная компания. Это наш знакомый вам всем, один из людей, которых через 5-10 лет назовут выдающимися. Ну, вы знаете, мы чем с Макаром выдающимся? На фоне того, что в стране творится. Вот сперва искалечу, потом всю жизнь буду опрыскивать, потом беру топор. Мы с Макаром смотримся не так уж плохо, поэтому вы уже должны его знать. Прекрасный результат. Итак, я ему выслал на 7 килограмм 8 книг. Все, книг больше сады. Нет, не так. Книга «Северный сад. Как сотворить чудо своими руками» закончили. Все, больше их не будет. Так. А теперь только записки из «Очарованного сибирского садовода». Ну, это к слову. Он забирает последние 8. У него их заберут со свистом. Там садовство на подъеме, а у нас все уснуло и боюсь навсегда. Итак, 7 килограмм. Тоже кому-то будет интересно. Я тоже хочу, как-то скажешь, быструю доставку. Так.
Тогда объясню. Половина из этой суммы, 1200 чем-то рублей, 600 рублей, за то, что доставят до дому, а не до их офиса. Вот, 600 рублей. Но я решил, что не буду эти 600 рублей экономить, мог бы их это самое оставить себе. Вот. Но сильно уважаю Алексея Ивановича, так что прям к подъезду подвезут. Вот эти вот варианты, да, внутри страны оказалось дороже, чем два раза, чем Белоруссия. Видите? Ладно. Одной и той же фирмы, трансфер компании.